Приветствую вас, дорогие мои друзья! Ну, вы уже догадались на выставленные мною ингредиенты и инвентарь. Сегодня я сейчас хочу приготовить коктейль молочный. Мне нужно будет мороженое, молоко, возьму бананы. Можно с какао будет сделать, любая другая ягода. Но я сделаю банановый и, может быть, с какао. Принцип простой, очень понятный. В миксере мы взобьем мороженое, молоко и бананы. И вылим наши стаканчики. Будет очень вкусный и питательный, и полезный молочный коктейль. Итак, мы приготовили миксер. У меня килограммовое мороженое, я грамм 200-300 мороженое. То уже зависит от вас. Количество мороженого не испортит, если вы больше положите мороженого в чашу для взбивания. Итак, я сейчас грамм 300 отправлю сюда мороженое, пол-литра молока и бананчик один.